Всем привет, любители стальных баталий, с вами снова Смолдер. Давненько я уже хотел записать подобный ролик по крабу, особенно учитывая, что эта машина, пожалуй, лучше всех остальных, ощутила на себе изменения в физике движения колесной техники. И если раньше игра на крабе это было что-то жутко хаотичное и непонятное, причем зачастую не зависящее от скилла игрока, который играет на этой самой машине, то сейчас управление крабом даже в самых узких проездах в принципе не составляет никакого труда. Но давайте от краба немного отвлечемся. Сейчас в игре есть такая машина на 7 уровне, как Визель-1. Эта машина всегда славилась огромными возможностями именно в плане быстрого геймплея, то есть геймплея на автопушке. А происходило это все за счет управляемости машины и ее размеров. Но шло время, и получилось так, что разработчики, может быть, сами того не ведая, а может быть и специально, занерфили Визеля. Причем занерфили они его пассивно, то есть апнув всю остальную технику на уровне, кроме него самого. И хотя птуровая установка Визеля также в одном из последних патчей претерпела некоторые изменения и стала более играбельной, быстрый и рашевый геймплей получить на этой машине теперь достаточно сложно, потому что есть кентавры, кидающие по 800, потому что есть БМП-3М и БМД-4, которые кидают птуры на ходу, вообще не останавливаясь. Из-за этого Визеля с его маленьким количеством очков прочности сейчас по большей части можно увидеть только именно с птурами. То же самое, как ни странно, касается сейчас и краба. Большая часть игроков в рандоме почему-то предпочитает выкатывать эту машину на птурах. Может быть, это из-за того, что игрокам нравится больше ИТ-геймплей. А может быть, народ просто не понимает, что краб сейчас хорош именно на пулемете. Почему все именно так? Да все на самом деле достаточно просто. На 8, на 9 и на 10 уровнях в нашей игре уже достаточно мало машин, у которых нету систем противодействия птурам. И все это делает краба на птурах, конечно, не бесполезной машиной, но у него всего 30 птуров. А если вы играете против десяток, помимо того, что вы сбиваете казы, вам надо еще умудриться попасть в слабую зону, что достаточно непросто на дальних дистанциях, а на ближних дистанциях вы ничего не сможете противопоставить ОБТ. То есть, по сути, плюсы и минусы птуров таковы, что да, вы накидываете достаточно большой разовый урон, да, вы можете сделать это в лоб, но при этом птуров на машине мало и по большей части в ближнем бою она бесполезна. И, пожалуй, последний минус птуров – это отсутствие какой-либо тактической игры. По сути, игра на птурах – это игра истребителя танков. То есть машины, которая обычно стоит дальше всех и пытается выцелить какие-то уязвимые зоны через 500-600 метров. Можно, конечно, на крабе на птурах играть и более активно, но по большей части это сопряжено с риском и зачастую требует немалого скилла от игрока, который так делает. А скилл такой игры на ББМках обычно вырабатывается игроком именно тогда, когда он впервые начинает пользоваться автопушкой. Конечно, не обязательно учиться так играть именно на крабе, но для такой игры нужно обязательно уметь в бою отличить соперника, который только-только начал на тебя сводиться, от того, который вот-вот уже в тебя выстрелит. То есть, грубо говоря, обладать интуицией, которая также вырабатывается только в боях. А такое, как вы понимаете, есть далеко не у всех, особенно учитывая огромное количество разных ББМок, которые сейчас предпочитают стоять где-нибудь на 30-й линии и накидывать оттуда как будто они ИТ. Но мы все-таки сейчас немного отвлеклись. Так чем же так хорош краб на автопушке и при чем тут вообще Визель? А дело все в том, что на самом деле изменение колесной физики танков сейчас сделало нам из краба, то есть из машины, которая достаточно фигово управлялась, но при этом имела отличнейшую пушку и отличную динамику, машину, которая сейчас управляется настолько идеально, что вы почти всегда едете именно туда, куда вы хотите. И контроль над машиной вам позволяет вытворять такие вещи, которые раньше могли крабу только присниться, например, проехать в каком-нибудь ну жутко узком проезде между, скажем, двумя контейнерами. И при этом сделать это все на полной скорости, не останавливаясь. То есть, для тех, кто еще не понял, сейчас на 9 уровне мы имеем по геймплею примерно то же самое, что было когда-то с Визелем на 7. По сути, краб сейчас это тот же самый Визель, только на 2 уровня выше, а значит, он мощнее и быстрее как минимум. Да и плюс обзор и незаметность у машины настолько хороши, что она может выживать в самых сложных ситуациях и высвечивать самых дальних соперников. Но кроме всего этого, краб обладает еще одной достаточно интересной геймплейной особенностью. Дело в том, что машина способна ездить назад, то есть на задней передаче, точно так же, как ездит вперед.
Такая особенность была у БМД-4 пару патчей назад. Я думаю, что многие из вас помнят, насколько это классно удирать от соперника, просто катясь задом. И учитывая нынешнее управление, удирать на крабе подобным образом достаточно просто. Правда, для этого, конечно же, нужна некоторая сноровка. Но также есть у краба и одна маленькая проблема, вернее, достаточно большая на шести колесах. Это сфинкс. Есть, правда, еще и вторая, длинная как трамвай, но она встречается намного реже. Проблемой краба эти оба танка являются просто потому, что мы очень часто играем с десятыми уровнями. А там именно эти две машины играют роль светляков. Причем если, скажем, со сфинксом у нас еще есть шансы какие-то справиться в ближнем бою, то с Т-15 практически никаких, только если вы прижались к нему вплотную и постоянно крутитесь вокруг его борта и сзади, не заезжая при этом вперед, потому что вперед его пушка опустится. Со сфинксом же все получается немножечко проще, просто потому что у него достаточно мощный, но медленный дракол. И при этом большая часть сфинксов предпочитает в рандоме сначала зарядить противника ПТУР, а они зачастую мажут, особенно если противник движется на скорости около 100 км в час, что зачастую происходит с кораблем. И поэтому сфинкса один на один у нас еще объективно есть какие-то шансы размотать. Хотя, если честно, против скиллованного игрока на сфинксе вы вряд ли что-то сможете противопоставить. Но зато те же ОБТ в борта или в корму вы будете разбирать несколько быстрее за счет своего гигантского ДПМа, который даже выше, чем у сфинкса. И если как-то кратко подытожить тему ролика, то сейчас краб — это та машина, которую я бы порекомендовал тем скиллованным игрокам, которые когда-то давным-давно весело и бодро гонялись на визеле. Потому что сейчас в патче 0.18 эта машина имеет все те достоинства, которые имел когда-то визель, и даже больше этого. И по сути, единственное требование этой машины к игроку, который на ней играет, это более-менее внятное представление о том, что происходит на поле боя, и хоть какой-то скилл игры на ББМ. Для тех же людей, которые не умеют играть на ББМках, я бы посоветовал попробовать сначала что-то уровнями пониже, например, Фокса или ВБЛ. Ну а на этом у меня на сегодня все. Если вам понравился данный ролик и вы урвали для себя кусок полезной информации, пожалуйста, оцените его и подпишитесь на мой канал. Поменьше вам непробитий крабов и сфинксов, до скорых встреч!